Yo, mai, ajung. Neața, bun deșteptător, nu? Este luni, deci începem săptămâna cu dreptul. Astăzi cântăm și dansăm. Trebuie să vă mărturisesc, aveam mari emoții în dimineața în care i-am cunoscut pe acești băieți. Pentru prima dată, după foarte mult timp, nu prea știam ce să spun, cum să vorbesc la o filmare, căci îmi este o lume străină, lumea hip-hopului și a rap-ului. În plus, se vorbește că cei care fac acest gen de muzică sunt destul de duri. Dimineața cu ei a demonstrat contrariul. Black Bloc este numele формации, pe care vă invit să o cunoașteți și voi. Black Bloc это в переводе как чёрный блок, чёрный квадрат, типа того. Вот, создался он в 2009 году с целью того, чтобы как-то объединить наших музыкантов в одно целое. Вот, и то есть Black Bloc это считается как творческое объединение, студия звукозаписи. Вот. Объединение. И тут Нелли Чубану, Паша Парфени тоже приходят? Не-не, такие у нас не были люди. Но мы больше как бы за хип-хоп, но мы поддерживаем и другие направления тоже. Вот. Но с Нелли Чубану и с Пашей Парфени мы еще не встречались. А хотели? Были бы рады, почему бы и нет, да? Конечно. А да. Что бы вы с ними делали? Не знаю, пообщались, обменялись бы опытом как-то, не знаю. А музыку нет. Почему? Видите Нелли Чубану, читая рэп? А, кстати, она делала совместную работу где-то в 2000, кажется, году совместно с каким-то рэпером. То есть она тоже была раньше в этой теме. Вот, просто многие об этом не знают. Если порыться в истории ее, то можно найти. О să-l credem pe cuvânt. La Black Bloc vin toți artiștii, profesioniști și începători. Profesioniștii de regulă vin să-și imprime capodoperele, începătorii vin să învețe. Приходят все, кому не лень, как бы, кто занимается музыкой, кто нас знает, находит, там, я не знаю, звонят. Приходят, репетируют, записывают песни. То есть мы за любой кипиш. Главное, чтобы это было музыкально и красиво. Деньги вот. Берете? С кого-то берем, с кого-то нет. Если начинающий, бедный, играл где-то в гараже? Ну, есть у нас такие артисты, которые как бы начинающие, ничего не умели изначально делать, а потом пришли к нам, научились и сейчас стоят на нормальном уровне. Скопул принципал є скимбул де експеріенца. Где мы сейчас находимся, это репетиционная база такая небольшая. Там дальше, пошлите со мной, покажу вам. Так, здесь у нас комната продакшена, здесь создается музыка, сводится все это, записывается. То есть это комнатка строго для создания музыки. Fondatorul este Mustaf Keita, care a fost ajutat de prietenul său. Ultimul a cărat multe cărămizi pentru a fi ridicat fundamentul. Glumim. Vreau să vă spun că studioul se situează chiar vis-a-vis de policlinica numărul 10 din sectorul Ciocana al capitalei. У меня была, во-первых, мечта создать студию, вот, и мне помог мой давний друг Игорек. Вот, он нашел это место, и мы познакомились с ним, и начали создавать потихоньку. Покупать оборудование, делать ремонты с каждым годиком. Вот, и сейчас мы дошли до этого уровня, что наконец-то меня все устраивает. Соседи, поликлиника, они... вы не шумите слишком сильно? Нет, они наоборот колбасятся и говорят, что классно, им нравится, да. Никаких жалоб и претензий нет. Тут и аптека вот сверху. Если да, аптека вообще спускается к нам, там иногда покуривают кальянчик, то есть слушают нашу музыку тоже. Мы дружим. Да, мы дружим. То есть вы такие открытые. Мы развлекаем людей, короче. Хочешь? Да, почему нет? Все-таки вы селективны, то есть не каждый, а... Не-не-не, у нас нет таких принципов. Главное, чтобы человеку нравилась музыка и нравилось то, что мы делаем. А что вы делаете, какую музыку? Разную. У нас нет никаких ограничений, начиная от хип-хопа, заканчивая попсой, там, регги и так далее. Разную музыку. Главное, чтобы это было музыкально.
Îi găsiți pe YouTube și pe rețelele de socializare cu denumirea Black Block. Почему не по телевизору? Почему не? Ну вот, телевизор здесь, и мы рекламируем себя сейчас на телевизоре. Sau îi vizitați personal. Printre oaspeții mai cunoscuți se regăsesc... У нас побывали такие артисты, известные рэперы из России, АК-47. Не объяснить ни астрологии, ни истории. Ей 18, можно уже на Мальдивы. Без справки от родителей и подписи в Авере. Ему 48, директор крупной фирмы. Поднял зарплату, чтобы все глаза закрыли. Он подарил Йорка, оплатил учебу. Родители слегка взволнованы, с чего бы. Звонят из Сургута, ну как ты, Анюта? Одета, обута, айфон-то откуда? Мама, он хороший, зову его Сережей. Он купил мне те сапожки, помнишь, из змеиной кожи. Мы вместе не приедем, он занят на работе. Сейчас важная встреча, вроде в аэропорте. Он познакомится, вроде с вами не против. Но с нашим строгим папой будет разговор короткий. Что за дела? Кого ты привела? Как ты себя, дочь, до такого довела? Как ты могла, а? Где твоя голова? Говорила твоя мать, так тебя не полова. Гус был, да. Бубурузе розы, пятата пеплюза, бай-бай. У фуста розы, чукче ищи топ курнаде ай. Годица блана плетит, а фундица розен сус. О бубурузе розы, юбеш топ и гус. Бубурузе розы, пятата пеплюза, бай-бай. O fustă roză, cerce și tot curnate ai. Codiță blondă împletită, fundiță roză în sus. O buburuză roză, iubește-l pe gust. Мы все чеканские, поддерживаем друг друга, заходим в студии, что, общаемся. Что ты сказал, вы чеканские? Да. Чеканы, они себе бинку. Да, чеканы самый такой хип-хоп район. Здесь много студий на самом деле на чеканах. Așadar, sectorul Ciocana e ultramuzical. Aici se imprimă și se prelucrează muzica, se creează așa zisele aranjamente muzicale. Это чтобы звуки помехи? Для того, чтобы звук не расходился, как бы, чтобы он сразу впитывался. Впитывается в микрофон, да. Да, 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 более четкий звук получается. А то когда без этой штуки, как бы в принципе здесь тоже все поролоновое, но все равно ощущается чуть-чуть звук комнаты. То есть это может быть для простых людей как-то незаметно, но когда ты начинаешь заниматься музыкой еще и с видением, то ты начинаешь со временем понимать, потому что твой слух заостряется. Вот. И сейчас как бы я слышу это. Я раньше этого не слышал, записывал вообще изначально дома. А дома, теперь я слышу записи старые, которые я записывал дома, там вообще именно чувствуется такой гул комнаты. Отец из Мали. Вот, и музыкой начал заниматься вообще с 13 лет. Вот, у меня, кстати говоря, мой дедушка, царство небесное ему, он народный артист Молдовы. Да, и он бас. Вот, и как бы, наверное, это от него пошло, то, что мне нравится музыка и все такое. И что, я собрал студию дома и начал потихонечку заниматься вот сведением, мастерингом, писать какую-то там музыку, не знаю, вот купил MIDI-клавиатуру себе. То есть потихоньку. Потом начал это все записывать, подтягивать других ребят, тоже записывал, получал опыт, грубо говоря. То есть, И делал это где? На кухне или в своей комнате? Как это выглядело? А фотографии есть? Фотографии где-то есть, да, старые, да, есть. Дома у меня еще был монитор такой с корпусом сзади таким большим, вот. Сделал себе такую, типа, маленькую кабинку, приклеил там какие-то одеяла и все такое, чтобы как-то звук более-менее был мягкий, но все равно там чувствовалась эта комната. Вот, и постепенно учился дома, потом уже вот в 2009 переехал сюда. Вот, потому что дома записывать музыку невозможно, то папа дома, то мама, и все ходят там, и мы сидим, кричим там, мешаем соседям, короче, это не то. Mustaf scrie versuri, muzică, dar nu are studii muzicale. Îl ajută băieții. По профессии я закончил университет политехнический, я инженер-технолог пищевой промышленности. Ого! Вот. А работаешь кем? Ведь музыка это только хобби, нет? Работаю звукорежиссером в своей студии. Кем еще? Диджеем подрабатываю в ночных заведениях. Вот. Как-то так справляюсь. Ну, стараюсь все держаться в музыке, как бы это мое. Не знаю, зачем я пошел в политех, но...
E cum, de ce? Tata a zis trebuie să ai studii superioare într-un anumit domeniu, iată că și l-a ales pentru că e solicitat. Pe băieții din Black Block i-a găsit după ce a organizat un casting. Toți sunt foarte buni, este gata să bage mâna în foc pentru ei. Nici el nu e rău, l-am prins în ungher și i-am cerut să ne cânte. Mai bine zis, să ne citească rap, live. Мы с этой вот дашь мне ритм такого. О, все, дала. И для тебя, конечно, необычно видеть и слышать, как черно-белый парень, русскоговорящий, читает в порядке всем ненавистникам и расистам. Средний палец вверх, от дилетанта артиста, валяжным голосом строки ложу на бит, не попарить за позитив, рифмом предпочитая созвучие, попроще быть верно, тогда потянутся люди, суди меня откровенно, не ты, а тот, кто сверху. Одет обычно, мода мой неприятель, любитель пасмурной погоды, самых низких частот, да. Музыка вдобавок, жесткий секс снимает стресс, снижает вес, смех для тех, кто не верит в успех. Вау! Вот как-то так. И последний вопрос. Обязательно надо ставить вот или сколько-то джестер не цензурати сау, лимбаж ли чентиос? Без этого рэп и хип-хоп не хип-хоп и не рэп? Ну, рэп изначально это музыка такая агрессивная, вот, то есть это какое-то выражение, какое-то недовольство. Это сейчас уже, это изначально, если смотреть там с 90-х годов, сейчас уже рэп мы можем увидеть там и про секс, и про наркотики, и все такое. То есть. Но изначально, да, почему нет? Это свобода слова. Мы можем и материться, и можем и красиво разговаривать. Каждый выбирает сам. Но главное говорить правду, вот, откровенно. Apropo de rasism, subiect atins în versurile pe care tocmai le-am ascultat. Tăi plăcă abrășalies în Chișinăve? Честно, особенно на чеканах. Нет, ну, из-за цвета в плане кожи. Расизма и да, все такое. Да, да. Нет, слава богу, до меня это никогда не дотронулось. Ну давай, не. Не знаю, я себя всегда вел так, как все наши молдаване и русские, как бы я быстренько влился в это. Кушаешь блины? Да, как мама бы. Мама лыгу любишь? Конечно. Брынзу? Тоже. Эй, наш, я все люблю, наш. Да. Как ну идем что-нибудь поэтому... поиграете для нас. Да, давайте. Între timp, băieții se relaxau. Cineva fuma narghilea, cineva medita, altul își pregătea chitara pentru repetiții. Sunteți gata să le descoperiți muzica? Numai pentru voi, pe Viu, cântă formația Black Block. Yo! Мы часто задаем вопросы, кто мы, откуда, от кого произошли, в поисках ответ жизни сколько, одна или более, ученые не в силах предположить, жизнь одна на земле, вторая на небесах, и кто не знает когда, с первой ко второй, здесь я и рад, что живу на земле, научился отличать бело от черного, обидно много, люди не замечают, под одним солнцем минуты жизни Бог дал прелесть, природу мать родно, Бог. Жаль, многие не верят, верю в Иисуса Христа, но не верю видом обида, то искренне верю, а не по традиции. Сегодня солнце для всех, не забывающий, как человек. Скажи мне, солнце, сколько будешь лететь ты лет, чтобы залить все люди планет. Acum un pic de reggae. Я впечатлился тем, что происходит. Я впечатлился тем, что происходит.
нами день уходит. Я впечатлился тем, что происходит. Я впечатлился тем, что происходит. La finalul rubricii cu eroii noștri de astăzi vreau să vi-l mai prezint îndeaproape pe Toboșar. Mâinile lui sunt foarte talentate, nu doar la bătut toba. El mai e bucătar șef. Раньше по японской кухне работала, сейчас региональная, итальянская, европейская, разная. Наша молдавская кухня. И сколько лет уже готовите? 8. А как вы начали тут шум делать? Начал я с братом играть в группе первой. Он у меня музыкант, и я тоже стал играть на ударных. И понравилось, поэтому совмещал всегда. То есть играл и готовил. Иногда, конечно, времени не хватало, но ничего. Это было интересно, с этого места поподробнее. Вы играли и готовили. Бывало, и играл, и готовил сразу на кухне. Да? Да, на кастрюлях, и потом бежал на заказ быстро. Как мило. Да. Вот я недавно смотрела фильм «Одержимость». О, и там, фильм. Как он работал, что он делал, боже мой. Это и правда так больно? У него аж кровь текла из пальцев. Вначале, да. Вначале всегда больно. А у вас такое было? Да, правда? Да, да. То есть на руках все равно мозоли набиваются со временем, но сначала раны. Это первый период, конечно, когда только начинаешь. А на гитаре то же самое. Начинал в 2005-м. Нет, 2000 даже нет, в 2006-м. Vreți să îl vedeți cu exces de viteză? La bătut tobe? Fiți atenți! Нет. А что ты знаешь? У меня просто сбился. Я сбился просто чуть-чуть. Сбился? Но потом, а да. А даже мы не почувствовали. Да? Ну я не почувствовала. Я так сделал. Классно, я разозлился за то. Дома есть барабаны? Нет. Были барабаны дома. Вызывали милицию. Да, и мы их продали, да. Cred că v-ați convins de faptul că acești băieți sunt ultra-mega-super-carismatici. Mi-au schimbat viziunea despre hip-hop și rap. M-au cucerit cu stilul reggae în interpretarea lor. Mi-a plăcut enorm la ei în ospeție. Au muzică și cuvinte pe gustul tuturor. Уверен, кто-то знает, для чего рожден. Когда рядом жена, дети, будешь убежден. А кто-то по ошибке решил сыграть в ящик. Наркотики, алкоголь, трудные обстоятельства. Выход за красную линию, повод быть отшельником. Преждевременная смерть у изменников. Не бойся, я не из тех, кто предаст. Готов с тобой прожить, дай бог, 101 год. Жизнь — это вечность в миниатюре. Жизнь — ты и та, с кем скучно не будет. Прошу, время ты не лети. Я не хочу, чтоб ты старела и оставляла меня одного. Кто ты? Ты так то глубоко в груди. Прошу, время ты не лети. Я не хочу, чтоб ты старела. Жизнь оставляла меня одного. Noi nu vă lăsăm singuri. Revenim neapărat cu noi eroi. Urmăriți-ne în fiecare dimineață, de luni până vineri, începând cu ora 7. Postscriptum. Black Block pregătește un concert 100% live într-unul din localurile din capitală. Urmăriți-le de pagina de Facebook și nu ratați evenimentul.